Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И я вас всех поздравляю с первым днем нашего ивента «Охота на яйца». Поэтому сегодня я решила записать такое видео, чтобы облегчить вам жизнь. А именно сегодня мы с вами пойдем и получим наши первые бесплатные вещи. Я вам покажу, где мы с вами это можем сделать максимально легко и просто, где мы сможем получить наши бейджики, благодаря которым получим бесплатные вещи. Ну что ж, обо всем поподробнее после небольшой рекламки. И не забудьте подписаться на канал и поставить лайк за мои старания. Поехали! Не знаешь, где быстро и выгодно приобрести робуксы? Тогда тебе на PlayRock. PlayRock – это маркетплейс игровых товаров и услуг, в котором более 400 игр и приложений и широкий ассортимент игровых товаров. К примеру, сейчас 400 робуксов можно купить со скидкой 12% за 439 рублей. Донат осуществляется легально через официальный магазин в игре. Покупка осуществляется в пару кликов. Первое – выбирай нужный товар, оплачивай удобным тебе способом. 10 минут и все, 400 робуксов у меня на аккаунте. А также помимо доната, здесь можно купить аккаунты либо предметы. Рейтинг у PlayRock 5 звезд. Более 3 миллионов отзывов, оставленных после покупки. С PlayRock ваши покупки всегда в безопасности. Переходи по ссылке в описании и покупай товары по скидкам до 90%. А также подпишись на их телеграм-канал PlayRock, чтобы не потерять его в случае блокировки. И, кстати, PlayRock проводит еженедельный розыгрыш в своем телеграм-канале. Ссылочка в описании. Ну и начну с того, что, ребята, это вот наша игра, на нее ссылочку оставлю в описании к этому видео, если вы просто хотите перейти по ссылке и нигде ее не искать у себя в Роблоксе. Ну а если вы играете с компьютера, то вот здесь сбоку находится ивент. Смотрите, что я вам предлагаю сейчас получить. Во-первых, ребята, это вот эта футболка, получить ее можно очень легко и просто, сейчас я вам скажу как. И далее, ребята, вот мы с вами пойдем сегодня получать такое ожерелье. Ну что ж, заходим в эту игру. И смотрите, ребят, как только мы с вами зашли, я уже просто в нее заранее заходила перед началом записи, но если вы зайдете в эту игру первый раз, у вас сбоку здесь высветится бейджик. И это означает, что наша первая бесплатная вещь в виде вот этой футболки у нас в инвентаре. Представляете, вот так вот легко за вход дают нашу футболочку. Ну и вот так вот, ребят, она на мне смотрится, выглядит очень стильно и со вкусом и подходит к моему скину. Ну что ж, давайте продолжим. Ребят, смотрите, здесь находится вот такое огромное количество порталов. Это все, ребята, наши игры, которые принимают участие в этом ивенте. Всего здесь, по-моему, около 95 игр. И сейчас, ребят, мы с вами зайдем в первую, где получим наш первый бейджик. А всего, ребят, для того, чтобы мы с вами получили наш вот такой вот аксессуар на шее, нам нужно собрать 5 вот таких вот серебряных монеток. Я уже где-то умудрилась один получить, но я думаю, что я уже знаю где. Смотрите, сейчас мы с вами в первую очередь заходим в игру Pet Simulator, ищем ее. Ребят, смотрите, у меня уже стоит галочка, но перед тем, как записать это видео, я вам сейчас покажу, что я тут в этой игре сделала. На самом деле, тут очень простое задание, если вы играете в Pet Simulator, если даже не играете, все равно, ребят, я думаю, что вам стоит в нее зайти. Смотрите, ребят, как я получила наш первый бейджик и нашу первую галочку. В этой игре мы с вами должны телепортироваться на 20-ю эрию. Вот здесь вот она находится, и мы с вами просто телепортируемся, и нам автоматически выдают бейджик. А потом мы сейчас просто с вами выходим из этой игры. Ну и все, ребята, вышли из спецсимулятора и подходим к нашему первому окошку. Как видите, наш прогресс засчитали. Первая монетка у меня уже находится в инвентаре, ну точнее... здесь засчитано. Смотрите, теперь мы с вами идем в следующую локацию. И это игра Brookhaven. Находится она у меня вот здесь, вот первая. Имейте в виду, может у вас будет так же. Все, залетаем, телепортируемся. Смотрите, ребят, как только мы телепортировались в Brookhaven, здесь сбоку у нас есть вот такая табличка. На нее мы с вами нажимаем, и у нас здесь появляются яйца. То есть по всей карте у нас разбросано 20 яиц. И мы с вами должны их собрать. Сейчас, ребят, просто следуем за мной, и я буду вам показывать, где они находятся. Поехали. Ну и как вы видите, ребят, я уже успела собрать 13 яиц, и если вы заметите, вот здесь вот везде находится вот такая красная стена, это значит, что мы за нее не заходим, потому что вне этой стены у нас яиц нету. Ну и все, продолжаем собирать дальше.
Ну и все замечательно, ребят, 20-е яйцо, оказывается, было на самом видном месте, я его забрала в последнюю очередь. Все, видите, нам дали бейджик, это означает, что нам нужно телепортироваться обратно на нашу основную локацию и получать галочку. Ну и вот замечательно, я наконец-таки нашла наш портал. Все-таки, ребята, игры меняются, постоянно их очередность меняется, то есть это не значит, что если у меня находится в этом месте, у вас будет так же. В общем, все, галочка засчиталась, две монетки в кармане. Идемте теперь в следующую игру. Ну а следующая, третья, ребят, игра у нас будет Dress to Impress. Все, заходим в нее. Смотрите, ребят, как только мы оказались вот в этом лобби, здесь у нас находится такой зайчик. У него, ребята, мы с вами берем задание, просто с ним поговорив. Смотрите, он нам с вами дает задание, типа у него потерялись его детеныши, нам нужно их найти. Всего их, я так понимаю, тут будет 20 штук. Так, мы тут нажимаем на yes, да, все, нам нужно найти 20 зайчиков. Сразу же хочу сказать, ребят, если вы выйдете из игры, то ваш прогресс обнулится. Все, сейчас через 30 секунд все начнется, покажу, что делать. И смотрите, ребят, вот здесь вот у нас бегают такие проворные зайчики, мы должны успевать на протяжении 5 минут их все ловить. Просто зажимаем на буковку Е, ну, либо если вы играете с телефона, успевайте их ловить, они очень шустрые, и тут они прям по всей карте бегают. А, смотрите, ребята, тут у нас, значит, в первом раунде нужно собрать 20 зайчиков, и еще в следующем раунде нужно собрать 20 зайчиков. Я додумала, что только один раунд, но нет. В общем, ждем еще следующего. Ну и все, наконец-таки второй раунд начался. Делаем все то же самое, только во втором раунде. Ну и все замечательно, ребята, собрали 20 зайчиков из 20, и на второй раунд нам тоже выдали бейджик. Это означает, что мы снова с вами идем в ту игру и получаем нашу, по-моему, третью монетку, да. Все, да, действительно, мы уже с вами получили наши 3 монетки, это означает, что осталось еще собрать 2, и мы с вами получим наши аксессуары на шее. Смотрите, ребят, за кадром я уже случайно получила 4-й бейджик. Вообще, изначально я хотела записать туториал на другую игру, но оказывается, там все-таки сложно получить этот бейджик, но для вас я нашла следующую игру, ребят, называется она вот так вот, Legends of Speed. Здесь, ребята, нам с вами нужно просто зайти в эту игру и постоять в ней буквально пару секунд, и нам с вами дадут бейджик. Я уже сделала это за кадром, случайно, но когда вы зайдете, вы получите этот бейджик, и все, можете обратно заходить в нашу игру, и вам дадут 4-й коин. Все так просто. Ну и теперь, сейчас я вам покажу 5-ю игру. Все, 4-я монетка у нас в инвентаре, теперь, ребята, 5-я игра, это называется она вот так вот, World Zero. Заходим именно в нее. Вот такая вот у нее обложка. Поехали. Смотрите, ребят, как только мы с вами тут прогрузились, советую вам выбрать класс магов. Здесь тут находится тут кнопочка Окей, и выбираем вот второго персонажа, нажимаем на Equip, и так вы будете быстрее убивать мобов. Смотрите, наше задание находится вот здесь вот в нижнем правом углу, нам нужно с вами собрать 35 яиц. Яйца у нас вываливаются, когда мы с вами убиваем наших мобов. Сейчас мы с вами просто бежим в центр, и они тут у нас с вами автоматически на нас будут бегать, мы их начинаем убивать. Все, видите, как только убило, нам вывалилось первое яйцо. Идемте дальше. Вот еще одно. Итого, буквально за полминуты мы с вами уже собрали 2 яйца.
Все, ребята, смотрите, я собрала 35 яиц, мне выдали бейджик, все, можно уже выходить из этой игры. Кстати, ребят, как вам игра? Очень напоминает Геншин и ее вот эту бездну. Имейте в виду, в этой бездне, ребята, находится она вот здесь вот во вкладочке Play, находится, вот так вот она выглядит. Здесь вы можете очень быстро убивать этих мобов и зарабатывать яйца, так что имейте в виду. И теперь настал самый радостный момент, это означает, что все, 5 монеток у меня в инвентаре, и теперь я могу нажать на коллект. Замечательно, ребята, в инвентаре у меня появился вот такой вот аксессуар. Ну а если, ребята, вы хотите получить золотой аксессуар, стоит он 35 робаксов, или же, ребята, вы можете заплатить полностью за весь инвентарь, то есть вам еще его придется достать, 800 робаксов, представляете? Либо, ребята, вместо 800 робаксов вы можете для себя в инвентарь приобрести новый карблокс, и тогда вам это все будет тоже бесплатно. Ну, конечно, вообще офигенная новость, я не знаю, для кого она, для каких-то богачей. Нам же, ребята, только пройдет вот этими бесплатными синими вещами, но я вам гарантирую, они тоже офигенные. Что касается, ребят, других вещей, вот, ребята, в инвентарь я получила наше ожерелье, давайте примерю, покажу поближе. Вот так вот, ребята, он на мне смотрится, выглядит восхитительно, особенно в сочетании с нашей новой футболочкой. Ребят, скорее идите получать. Ну, а теперь давайте расскажу про другие бесплатные вещи. Чтобы, ребят, получить вот такое офигенное копье, нам нужно собрать 20 таких бейджиков. Смотрится оно на мне, кстати, вот так вот, в целом довольно-таки здорово. Чтобы получить вот эти офигенные светящиеся крылья, к сожалению, сейчас их вот тут не видно, нам нужно собрать 40 бейджиков. Но в каталог аватаре, конечно, они нам тут представлены. Представлены во всей красе. Выглядит офигенно, и я считаю, что это действительно самая годная вещь, за которую стоит поиграть в 40 игр и получить 40 бейджиков. Чтобы получить вот эту маску с капюшоном, нам нужно заработать 60 бейджиков, то есть 60 раз нам нужно выполнить миссии в 60 играх. Вот так вот, ребята, она смотрится на мне, выглядит довольно-таки здорово, и, ребята, хочу обратить внимание, что в целом этот ивент будет идти 14 дней, то есть, если вы будете каждый день играть по 5 игр и по 5 бейджиков зарабатывать, то до конца ивента вы вполне себе успеете собрать на вот этот, на эту маску. Ну и самая дорогая, ребят, это у нас вот эта корона. Для ее получения нам нужно с вами сыграть в 95 игр и собрать 95 бейджиков. На мне, ребята, она выглядит вот так вот, и если вы обратите внимание, здесь у нее еще есть такие дополнительные светодиодные рога. И, ребят, для того, чтобы получить, да, простая математика, каждый день нам нужно с вами играть в 7 игр и зарабатывать по 7 бейджиков, чтобы до конца ивента насобирать на вот эту корону. Вот такое, ребят, задание, такой ивент, играйте, эти вещи все-таки бесплатные. В прошлом видео я говорила, что вдруг они будут лимитными, нет, ребят, они бесплатные, поэтому пока идет ивент, успевайте, если будет что-то интересное, я буду еще снимать видео, но пока всем вам желаю удачи, на этом была вся информация, обязательно поставьте лайк на это видео, до новых встреч, пока-пока!